Сколько людей, столько взглядов. Это относится и к взглядам политическим. В субботу в Иванове состоялся так называемый форум свободных людей. Сторонники либертарианских взглядов приехали, чтобы познакомить ивановцев со своими политическими догмами. Основной принцип, на самом деле, это запрет агрессивного насилия. Причем независимо от той, от какой стороны он исходит. Из этого выводится много интересных пунктов. В принципе, раньше, когда термин либерализм еще что-то означал, то нашими предшественниками, можно сказать, были классические либералы. Сегодня во всем мире и в Соединенных Штатах либералы – это скорее левые, люди левых взглядов, которые давно отступили от принципов своих отцов-основателей. Поэтому появился термин либертарианство. Другими словами, это стремление к свободе. Свободе от государственного вмешательства в частную жизнь человека, а также в экономическую, социальную и другие сферы. При нынешней неспокойной обстановке в нашей стране многим эти принципы могут показаться заманчивыми. Это установление такого правопорядка, при котором не запрещено и не карается ничто, кроме инициации насильственных действий в отношении личности, а также кроме распоряжения чужим имуществом против воли собственной. Обычно на либертарианском жаргоне это называется запрет агрессивного насилия. Приверженцем либертарианства является ивановский оппозиционер Виталий Аверин. Они вообще не получают ни цента государственных денег, ни цента денег от государства под названием Соединенные Штаты Америки. Финансируется за счет частных донейшн, частных пожертвований. И у них есть политика у этого Никтенка, что 80% всех донейшнс составляет пожертвование частных лиц. То есть даже есть определенные ограничения на пожертвование от корпораций. Это делается сознательно, делается с той целью, чтобы Никтенк не попадал в зависимость от каких-нибудь сильных мира сего. Аудиторию форум собрал небольшую, зато разношерстную. С новыми знаниями каждый из слушателей готов нести слово либертарианства в массы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.